Всем привет! У меня такая интересная история. Я не ждала, даже не думала, ну, в мыслях не было. Звонок на телефон. Я, алло, девушка. Здравствуйте, я ваша подписчица. Я вам отправила посылку из Питера. Там мох. Я говорю, да, спасибо большое, очень приятно. Ну, как бы вообще нигде нет общения, ни в каких соцсетях. Я, если честно, удивилась, ну, как бы мне очень приятно было, но подписчицу зовут Леночка Архипова. Она мне прислала трек-номер отслеживания. Посылочка быстро дошла из Питера за 4 дня. Но у меня вот, я не знаю, как вам сейчас через камеру передать мое удивление. Я ни разу с Леночкой не общалась нигде. Я, Леночка, вы есть в соцсетях? Говорит, нету. Я хочу вам сделать приятное. Леночка, мне очень приятно. Для меня это такая неожиданность, как бы, ну, не передать. Я не могу передать вот мое удивление. Мы же с вами вообще не общались, и, ну, как бы, нигде. Я даже не знаю, откуда у вас мой адрес, я забыла спросить. Но большое-большое вам спасибо. Мне очень приятно. В следующем году сделаю вам подарок, запишу вас в свою тетрадку тех людей, которым я отсылаю от себя что-нибудь из растений или там, если у меня есть что-нибудь из новиночек, там кора, какие-то препараты. Но обязательно вам вышлют, чтобы вам было тоже приятно в следующем году. Обязательно. Большое вам спасибо. Давайте посмотрим. Я только-только распаковала. Света, добрый день. Я ваша поклонница по цветам на YouTube, на канале. Присылаю вам подарок для цветочков. Мох свежий, кора пригодится. Привет с Питера. Леночка, спасибо вам огромное. Вот такие вот блоки, огромные, просто длинные-длинные, классные. Я найду для них применение. Вот такие вот. Так много. 5, 6, 7. Прям самхом. Супер. Вот такие. Так, а вот здесь мох. Мха целая коробка. Лена, большое вам спасибо. Я теперь буду пользоваться. Целый год им. Ой, какой классный. Чистый. Смотрите. Просто. Ой, Лена. Спасибо вам. Знаете, за что? Вот за такой вот неожиданный сюрприз. Это очень-очень... Ну, для меня было просто неожиданно. Я, ну, не могу передать. Весь чистенький. Какой в Питере мох классный растет. Пушистый. Просто великолепный. Леночка, спасибо вам огромное. Ой, ну вы меня это прям обогатили. Сухой. Положу сейчас на балкон и будет храниться. Теперь надолго хватит. Куча мха. И просто я даже не могу передать, какой он
классный. Просто супер. Сейчас я понюхаю. Ой, как пахнет мхом и, знаете, лесом и грибами. Просто великолепный. Спасибо, моя хорошая. Мне очень приятно. Вот просто приятно, потому что хоп, тебе идет посылка. Спасибо вам. Ой. Дай вам Бог здоровья, счастья, любви, всего самого хорошего. Спасибо, что вы моя подписчица. Мне очень-очень приятно. Даже слов нет. Не знаю, как подобрать. Просто очень, ну, приятно. Спасибо вам большое. Всем пока. До скорых встреч. Дружите, любите друг друга. Пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.